Все же, где в России жить хорошо? Ответить на этот вопрос должен интернет-рейтинг «Город России. Национальный выбор». На данный момент бесспорным лидером являются Чебоксары. На данный момент более 67 тысяч человек проголосовали за Чебоксары как за самый привлекательный и узнаваемый город России. Однако на пятки нашему городу наступает Красноярск. У него пока примерно на 17 тысяч голосов меньше. Третью позицию удерживает Майкоп, четвертую – Владивосток. Замыкает лидирующую пятерку Смоленск, который, кстати, победил в прошлогоднем рейтинге «Город России». Повлиять на результаты может каждый интернет-пользователь. На сайте городроссии.рф можно не только проголосовать за любимый город, но и поближе познакомиться с другими городами-участниками. Почитать об их истории и посмотреть фотографии достопримечательностей. Итоги голосования подведут 30 декабря 2013 года.